Твой пудель – это элегантная миловидная собака, которая славится своим миниатюрным размером, необычной шерстью с кудряшками, добродушным, веселым характером, смышленностью. Он выглядит точно так же, как королевский пудель, только имеет крошечный рост. В этой породе идеально сочетаются внешность и пропорции его старшего брата. Собака имеет удлиненную лисью морду, большой темный нос и узко посаженные темные, почти черные миндалевидные глаза, а также наличие янтарных бликов у собак с абрикосовым окрасом. Уши свисают, сильно расширяются к низу и закругленные на концах, плоские. Вес 3-5 кг, рост в холке 24-28 см, средняя продолжительность жизни 10-18 лет. Они бывают самых разнообразных цветов, поэтому трудно выбрать только один. Эти цвета варьируются от белого, серого, коричневого, кремового и других оттенков. Однако наиболее популярны рыжий той-пудель и черный той-пудель. Также стоит отметить, что эта порода относится к гипоаллергенам. Той-пудель занимает второе место в рейтинге самых умных собак по версии профессора психологии, автора издания «Интеллект собак» Стэнли Корона, и идет сразу после бордер-колли. Эта порода – классический питомец-компаньон с острым умом и потребностью в сложных тренировках. Нерастраченная за день энергия должна выливаться на площадке. Пудели любят прыгать через кольцо, преодолевать препятствия, выполнять цирковые номера. Они очень сильно привязываются к хозяевам и требуют к себе особого внимания, довольно плохо переносят одиночество, из-за чего надолго их одних в квартире лучше не оставлять. Если целый день той-пудель остается дома один, то обязательно следует завести второго питомца – кошку или собаку. Той-пудели весьма охотно играют с детьми, но однако поведение вторых должно быть деликатным, не доставляющим животным неприятных ощущений. Той-пудель создан, чтобы угождать человеку, демонстрировать свои умения. Но добиться идеального послушания можно только ежедневными нагрузками. Не бойтесь переутомить пуделя. По статистике, представители породы осваивают базовый курс дрессировки всего за месяц. Чтобы вырастить из щенка той-пуделя хорошую, воспитанную, дрессированную собаку, используйте щедрое положительное подкрепление и мягкое механическое воздействие. Главное – поощрять питомца в момент правильного, совершенного действия. Вычесывать той-пудели нужно каждые 2-3 дня, при условии, что собака не избегает водных процедур и шерсть чистая, а купать, чистить зубы и стричь ногти один раз в неделю. Обычно той-пудель разучивает новую команду уже с 3-4 повторения. Как только собака включается в работу, механическое воздействие отменяется, иначе животное привыкает и начинает ждать подсказок в будущем. Начинать тренировки с пуделем нужно дома, постепенно переходя на улицу. Базовый курс дрессировки можно вводить уже с 2,5 месяцев. Порода той-пудель типична для городских жителей, которые ведут подвижный образ жизни, но не могут завести себе собаку крупнее. Острый ум, энергичность и милая внешность сделали собаку привлекательной как для молодой аудитории, так и людей более старшего возраста. Эта порода имеет множество положительных качеств, легко поддается дрессировке, может выполнять сложные трюки, подходит для содержания в небольшой квартире, не вызывает аллергию. При выборе щенка обратите внимание на следующие аспекты. Запланируйте просмотр щенков на дневные часы. В это время той-пудель особенно активен. Оцените внешний вид. Шерсть пуделя должна быть чистой и расчесанной. Глаза, уши, нос без выделений. Живот плотный, но не раздутый. Ответственный заводчик приучает щенка к грумингу с первого месяца жизни. Оцените поведение. Кобели более бойкие, соки чуть настороженные. Здоровый той-пудель относится к незнакомцам с любопытством, не боится резких звуков и идет на контакт без агрессии. Друзья, на нашем сайте вы можете познакомиться с породой той-пудель и приобрести щенка от проверенных и титулованных родителей. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео было для вас интересно. Пишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся на них ответить. Увидимся в следующих видео.